Всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Меня зовут Алексей. Сегодня у нас долгожданный обзор журнала Outlet. Это журнал распродажа, который рассчитан на 16-17 каталог. Ну что, вы все долго ждали, я его тоже очень долго ждал. Давайте посмотрим, что нам приготовила компания. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Итак, первая страничка, декоративная косметика. Ну что, смотрите и радуйтесь. BB-крем 700 тенге, реально низкая цена, вот матирующая пудра. Но вы знаете, она сейчас, по-моему, в каталоге идет 1500, поэтому не сильно-то и вы... А вот тени шикарная цена, почти в два раза ниже. Ну, здесь реально цены все низкие. Когда я комментирую этот журнал, я больше всего смотрю, конечно, по своим клиентам. То, что я смогу продать, то, что интересно. Ну, каждый найдет для себя что-то. Лаки для ногтей. 400 тенге, боже мой, ну... бесплатно. Так, а это карандаш, угу, не разглядел сразу. Вот эта страничка мне уже больше нравится. Обратите внимание, что здесь парфюмированная водичка 3,5, 2000, маленькие ароматы по 800 тенге, средства для интимных 250 тенге. Офигеть. Ну, да, вот тоже классно. Я не знаю, честно, я ни разу этот аромат не пробовал. Цена 1100 тенге, ну супер. Может быть, даже я его закажу для обзора. Что-нибудь с этого аутлета, чтобы вам показать. Так что смотрите, цены классные, мне нравятся. Так, это у нас парфюмированный лосьон для тела 600 тенге. Угу. Ну, вот это сыворотки Нью. О, о, смотрите, лосьон для волос тоже 250 тенге. Офигеть! Он же стоит как минимум 700. В принципе, какие-то средства для интимной гигиены. Ну, пипец! Вот это точно самые выгодные. Обалдеть! Спасибо большое, кто придумал нам этот журнал. И не забывайте, дорогие представители, что все цены фиксированы. У вас будет скидка на любой товар, который вы здесь выберете, 15%. Так, здесь у нас вот это мне нравится. Очищающая маска, оба-на, всего лишь 1000 тенге, офигеть. Слушайте, но этот журнал меня очень впечатляет. Шампунь 400 мл, 450 тенге, обалденная цена. Это мусс автозагар, 1000 тенге. Я как ребенок радуюсь, ну правда, смотрите, ну цены. Солнцезащитный крем всего лишь 500 тенге, обалдеть. Нереально. Ну вот масочки, они, конечно, не сильно. Здесь такая на них скидочка. Но вот это, вот, по-моему, сильно скидка. А эти так. Так, на этой страничке шампунь, ополаскиватель. Тоже цена, ну, не особо-то и выгодная. Обычная цена. Ну, можно по 500 тенге взять в каталоге. Но минус, если у вас скидка 30%, то, конечно же. Так, скраб для тела он уже был. Но он был чуть-чуть дешевле. Так, здесь у нас... пена пол-литровая 600 тенге, но тоже не особо-то выгодно. А вот это, девочки, это просто бомба. Крема для рук. Они идут 30 мл. Это корейские крема, совместно с корейской фирмой сделаны. У них цена была 1500, по-моему, 1200. Я сам не пробовал, но слышал о них отзывы очень хорошие, поэтому... поэтому это реально выгодная цена. Бац! А тут представлена вся солнцезащитная линейка. Обалдеть! Ну, да, это знаете, почему оно попало под раздачу? Потому что линейка же у нас дизайн поменяла. Это в старом дизайне распродажа. Ну, тут без комментариев. Тут без комментариев. Цены, ну, ниже плинтуса. Спрей...
увлажняющий для усиления загара 600-800 тенге. Ну, очень низкая цена. Поэтому здесь без комментариев. Тут очень спрей солнцезащитный сейчас 2000 стоит в каталоге. Поэтому налетайте, как говорится, и расхватывайте. Так, а ну на этой страничке уже пошли у нас аксессуары. Ну, мне здесь ничего не, как бы, не интересует. А вот уже как-то в аутлете вот эта бутылочка стоила, по-моему, 1500 тенге. А видите здесь какая цена? То есть все-таки тут какая-то схема какая-то есть, как компания цену назначает. Ну что, мы едем дальше. Так, ну здесь у нас, видите, шарфик женский 5000, нифига себе. Я не знаю, сколько же он в каталоге стоил, что прям 9000. Я бы не сказал, что это прям такая низкая цена, прям офигеть. Вот, а вот по краю, а вот часы мужские меня заинтересовали, 4000 тенге. Я, правда, сам часы не ношу, но так как впереди Новый год, может быть, кому-то из своих друзей можно, подумаю насчет этого. 4000 тенге, часики смотрятся интересно, вот, конечно, бы вживую их посмотреть. Так, женские туфли 5000, это низкая цена, сходите в обувной магазин и посмотрите, сколько стоит обувь. Поэтому я рекомендую. Здесь, конечно, рассмотрите этот вариант. Очень-очень выгодно. Вот, кстати, сегодня у меня кто-то спрашивал монопод для селфи. Вот, пожалуйста, 2300 тенге. Он появился. Скажу то, что цена выгодная, потому что он в прошлом году стоил что-то 3,5, что ли, тысячи, 3200. Сейчас за 2300 тенге можно приобрести. Внимание, кто сегодня у меня спрашивал, смотрите, монопод появляется, можно заказать. Смотрим дальше. Так, ну сумки. Сумки и еще раз сумки. Девочки, ну я здесь не силен. Не могу вам сказать по ценам. Ну знаю, что сейчас хорошие сумки. В принципе, какие они в Эйвоне и являются. Сумки стоят в магазине около 10 тысяч. То есть 8-10 тысяч хорошие сумки. И уж совсем, извините за выражение, дрэк можно купить за 3 тысячи. За 3500. Поэтому... думайте сами, гадайте сами, покупать вам или нет. Можно далее стать дальше. Так, ну здесь у нас кошелек. Конечно, еще раз говорю, тут надо посмотреть вживую, как он смотрится. Ну, 1200, как бы цена не дорогая, не космическая, хорошая, приемлемая цена. Бижутерию я тоже не могу, к сожалению, комментировать. Смотрите сами, но цены я уверен, что... низкий, потому что на это журнал и рассчитан. Распродать, скажем, уже как бы коллекцию, которая из моды вышла. Вот. Ну хотя вот знаки зодиака всегда у нас как бы в моде. 1200 тенге комплект. Идет украшение на шею. А, и серьги. Я-то думал, это только идет один это. А тут с серьгами. Тогда, ну, конечно, тут, безусловно, цена очень низкая. Так, тут у нас идет одежда. Тут тоже не силен вам в комментариях. Поэтому просто делюсь с вами. Смотрите. И наслаждайтесь ценами. Я уверен, что цены низкие. Слушайте, ну мне этот аутлет больше нравится, чем предыдущий. Поэтому вот. Здесь вот я могу прокомментировать, сказать что-то. Вот эта женская одежда, это ну просто даром. Даром. 5000, классная цена. Вот тоже интересное домашнее женское платье. 4600. Пижама. Мне вот нравится. Вот я маме заказывал вот такую пижаму. Я ее заказывал, по-моему, тоже по такой цене. Ну и, соответственно, с такой же скидкой. Сейчас они в каталоге, да, реально стоят 7500, 8000. Поэтому заказывайте пижамка 5000. Я вам гарантию даю. Вы на рынке такого качества пижаму не купите. За 5000 это вот, как уже я говорил, еще раз прошу прощения, это дрэк. Это китайский ширпортрет. А хорошие пижамы на рынке стоят где-то на 1008 и больше. Поэтому
Девочки, я гарантирую вам, потому что эту пижаму я уже неоднократно заказывал своей маме. Маме нравится. Вот позвоню, завтра спрошу, хочет ли она обновить пижамку. Вот это мне тоже интересно, нравится женский халат. 7500. Ну, тоже это цена обычная для халатов. Качество интересно какое. Но вот если как пижама, как вот пишется материал 100% полиэстер, то должно быть интересное качество. Листаем дальше. Так, ну здесь у нас платье. Цены действительно очень низкие. Конечно, если вам моделька не нравится, то не стоит, конечно, ее брать. Если моделька нравится, подумайте над этим. Хорошо. И еще раз хочу сказать по одежде. Будьте внимательны, заказывайте с пристрастием. То есть, как написан размер, замеряйте, смотрите, чтобы размер подошел. Еще могу дать совет. Стоит один раз заказать одежду Вейлан. Если вы ошибетесь с размером, то в будущем у вас уже практически 90% ошибок не будет. Поэтому смело заказывайте, ничего страшного, если ошибетесь. Зато уже в будущем смело будете заказывать правильный размер. Так, здесь у нас детская одежда. Тоже интересно, да? Есть что выбрать, есть что заказать. Простыня 3,5. Тоже не могу ничего сказать по цене, но еще раз, как я вам говорил, что эта цена... А, ну и все. Я с таким пристрастием листал этот каталог, что даже не заметил, что он закончился. Девочки, ну все. Вот такой вот аутлет нам приготовили в 16-17 каталоге. А мое мнение однозначно... Надо брать вагон, конечно, шучу, но надо брать. Я много чего уже себе присмотрел, что я могу купить для перепродажи. Ну и, конечно же, я могу и клиентам этот журнал показать, потому что мы с него имеем доход. И еще обратите внимание, что у нас теперь пакет «Сюрприз» идет стандартно. Каждый каталог вы можете заказать пакет «Сюрприз», он идет 5 средств. Но обратите внимание, что в этом аутлете цена повышается на 100 тенге. То есть стоило 5 средств 2099 тенге, теперь это будет стоить 2199 тенге. Девочки, по поводу пакета сюрприза скажу вам то, что это сюрприз. Тем, кто не знает, скажу, что однозначно, если вы берете для себя лично, то вы выиграете, потому что компания туда вкладывает разношерстно. Может туалетная вода быть, обязательно может быть бижутерия, декоративная косметика. В общем, это сложно угадать, что это будет. На то он и сюрприз, поэтому не бойтесь, заказывайте, пробуйте. Если вы его заказываете с целью перепродажи, то здесь немножечко сложнее. Вы же не знаете, что вам придет. Может быть, вам придет, вот как мне приходит бижутерия. У меня нет клиентов на бижутерию. И, соответственно, эта бижутерия у меня, извиняюсь, лежит мертвым грузом. Поэтому еще раз говорю, что пакет в любом случае выгоден. Просто нужно один раз заказать, чтобы понять, понравится он вам или нет. С целью перепродажи 10 раз подумайте. Лучше заказать с каталога готовый набор по низкой цене, чем вот рисковать. Ну что, мои дорогие, у меня все. Понравился ли вам аутлет? Пишите свои комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. И, кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно это сделайте. Подпишитесь на канал, расскажите об этом канале своим друзьям и близким. И ждите новое видео. Уже скоро я уже приготовил новое видео. Скоро оно уже появится на экранах. На этом у меня все. Всем любви и добра. Все, пока. Пока.